У нас теперь будет работа в группах. Наши менторы, да, сотрудники теплицы. Вам дается на выбор, и у вас будет полчаса. Можно мне помочь? Здесь это ключ, почему так различно? Да, коллеги, давайте технические моменты вы сейчас решите, хорошо? И смотрите, у нас есть на выбор два варианта. Либо выбрать свой проект, но так как вы представитель различных организаций, это может быть сложно. Есть еще вариант, или придумать просто свой проект. Есть еще вариант, который мы хотели бы вам предложить. И у нас есть платформа, как я уже говорил, IT-волонтер. Спасибо большое. И на этой платформе у нас есть много заявок, связанных с СММ. И у вас есть время до 13.15. Вам нужно, соответственно, поработать друг с другом. Во-первых, выбрать проект, который вы хотели раскрутить. И, в общем, и в 13.15 вы рассказываете в течение 2 минут. И здесь следующее. Вы придумаете название для этого проекта. Опять же, если вы не хотите брать ни один существующий проект, вы можете его просто придумать. Вам нужно придумать название, описать целевую аудиторию. Да, коллеги, я буквально сейчас расскажу и все. Выбрать соответствующую платформу, да, потому что и выбор платформы у вас напрямую связан с вашей целевой аудиторией. И дальше придумать стратегию продвижения. Также мы просим вас сделать изображение в Пабло или демотиватор, или в том инструменте, который показывал Олег, сделать расписание публикаций, продумав естественные ритмы вашей целевой аудитории, и указать союзников, кто мог бы помочь вам в продвижении и в лайкании. Вот. Я знаю, что это много, но именно поэтому вы работаете в группах. Соответственно, вам нужно внутри групп распределиться, кто что делает и как продумает, но перед этим вам нужно договориться о том, кто у вас целевая аудитория и, соответственно, что вы раскручиваете.